Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоккей Бразер! Ребят, битва команд на команду на наказание. Команда черных против команды белых. Сегодня будет несколько новых точек, мы начинаем поехать. Я, кстати, напоминаю, что на 55 тысяч подписчиков мы делаем большой выпуск с вами. Ребята, у нас спонсором нашего канала является компания FunBet, надежный партнер, который поддерживает и клуб Кокомский Авангард, Салават Пилат и всю лигу КХЛ. И даже Александр Овечкин является амбассадором. Специально для вас по промокоду HB. 2000 забирает 2000 фрибетов в удобном мобильном приложении. Мы начинаем, поехали. Первая точка. Броски и тусовки. Ваш любимый коридор смерти. Коридор смерти. Коридор of death. Коридор of death. У каждого защитника есть своя зона от баллона до баллона. Второй защитник не заходит за нее. Встречаем вчетвером, а нападающий должен пройти сквозь всех. Один с шайбой. Руки у защитников прижаты. То есть можно в силовую, можно бить. Руками цеплять нельзя вообще. А тут бы я шлем тебе копать. Застегнул. Котелок твой. Какое счастье. Наша любимая полоса смерти. Скучал по ней. Давно ее не было, да? Со времен спортшколы ее не было. А вот в спортшколе было это? Да. Серьезно? Да, только там с клюшками, но правда перевернутыми. Они еще наконец Копыча поставили, чтобы меня расколол. Да, нога болит, надо разогнаться. Копыч, вот у него неординарная манера. Но он последний там. И встречание, видишь? Он даже по кругу сейчас зачем-то спиной катит. Не понимает зачем. Он шлем. Видишь, его не так просто последний. Смотри. Так. 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 Просто под махину попал. Ну, в принципе, там на третьем. Копыч. Он вышел! Он вышел! Он за свою линию вышел! Копыч! Очень просто. Разгоняешься, рыбки прыгаешь. На шайбу. Схватил и катит. И подталкиваешься ножкой. Нет. Останавливаться нельзя. Без шансов. Что, видишь? Ну, это уже не... А что, продолжай. А что ты не продолжил? Я интервью бил, у меня вся жизнь перед глазами, так-то сразу под этой трехметровой дубинкой. Что-то выглядит тяжело пока. Куда это все? Зачем? Вперед! Надо заранее. Да, тут камней, конечно. Вот так. Хорош! Хорош! Витан! Блин! Хотели все, урод! Где вы там? До свидания, блин. Хотели меня уничтожить. Я вас сам уничтожу. Да, но сам прикол еще забит. Я считаю, это плюс один балл белым. Потому что они такие щам, мы тебя расколем. Володя, объедет. Ой-ой-ой! Макс там, блин, белый. Вы че? У нас игры! Вы че, я его посмотрел в глаза, и мне стало страшно из-за него, из-за себя. А я че было-то? Я не видел. Вообще вы ебаете. Сумасшедший. Слава богу, Макс со мной в команде. Самое главное, не оставлять ноги. А, есть груд. Слушай, мистер Колени целый, поехали. Банкир. Зона, банкир. Загнал, хазик. Макс, предлагайте просто бежать вперед и раскидывать. Не-не-не, я просто... Да белас нахуй. Это не полоса развлечений. Знаешь, посмеяться можно было над каждым. О, браво. Ты устал, сын. Подожди. Там, устал? Там, нет, там, кстати, хорошо работает тандем банкет заправлен. Они чуть-чуть чувствуют. Да. Ну, не, нормально было, погранично. У меня шлем на максимальную застег. Я даже не знаю, как быстро или медленно ехать. Да, я был, да. На первый гол. Ой, ой, не тем забивать надо. Сволочи, неблагодарные! Сегодня очень много противостояний. Следующая точка 2 в 2. Атака сходу, защитники без клюшки. Так же все. Слышишь, будем 2-2 в зоне, пока тебя мама домой не позовет. Лоб в лоб. Осталось 2, блядь. Хорошо, Олежек! Страшно, блядь. Бросай! А я сейчас за ним бегу. 40 секунд. 10 секунд! Вы не успеете! Ой-ой-ой!
Не знаю, Макс. Вышло. Жестко было? Ты ногами играешь, во, ногами играй. Ну, забывается про голы. Мы просто веселимся на самом деле. Да. Ой-ой-ой. Хорошая атака, хорошая. Копач, блядь. Копач и такую можно забить, не забывайте. Поехали. Давай! Есть вариация, что кто-то упадет. Хорошо. 10 секунд! Артур Корней культурный. А что с Арием? Он решил исправиться. Все! Заказник такой кораблик делает такой. 10, блядь. Баяну? Вес! 8 секунд! Вот это да! Бросок был, молодец. Вот это, вот это ты, конечно, обосрался! Да я-то со своим стоял, блядь. Ребят, по второй точке повели черный. Немножко. Отдохнем, делаем 3-3 в зоне. Я напоминаю, ты 8 секунд это все было, ты уже говорить не можешь. Не, на самом деле я пошутил, на самом деле броски все, чуть расслабимся. По очереди бросаем. Шнурок. В аду? Быданул маленько. Быданул? Помогите. Слегка он испугается, ты чё? Чё, посмотрим, АК 50 зарядит сейчас. Стань нормально, блин. Тёма, на победу играем. Тёма! Валяется! Такой хлыщик тебе дали. Прям вот так. Вот так вот прям. Чек не дам! Не дам! Кого нам дали? У меня майка пушка просто. Прям... Да шлем у тебя пушка. Ну и шлем тоже свежий. Володька, зачем ты сбрил усы? Что, я? Давай. Мангу, 2-1, ребятки, вы что? Кармина точно. Черенок. Есть подозрение, что я что-то пару выпусков уже не забиваю давно. Походу, все на медиалигу оставил. Лязь! Хорошо. Вот это команда. Чего ты занял? Если не ты сейчас можешь обидеть. Давно девяток не было, мне кажется, да? Ой, спровоцировал. Просто очко было открыто, захарчено. Почему ты, но не прислушался? Да не хочу я в это очко, блин, ну не мое это. Было открыто, захарчено. На точку. Я как котенка вживого, блядь. Есть вопрос, реши его, блядь. Волнуйся! What the fuck, маза? А мне пофиг. Там при монтаже, говорят, шайбу наложу. На что? Просто так бросил, показал. Ребят, осталось две точки. Повели черный 2-1, мы делаем 3-1. Атака сходит. Происходит неладное. Давай, мне надо ехать. Да, я доезжай, пожалуйста. 3-1, атака сходом. Сейчас мы возьмем интервью нашего ведущего специалиста нападающего. Победи. Что вы скажете перед выполнением? Я не могу, мне надо ехать уже. Ему надо ехать, поехали. Как тебя? Я самоликвидировался. А ты что, разрыв идет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Булит! Блокировка вратаря. Булит! Абсолютно верно. Согласен. Абсолютно верно. Согласен. Абсолютно верно. Абсолютно верно судейское решение. Я могу на дальнюю клюшечку. Да, походу, мы в разные секции ходили. Я играл в хоккей. Бобер! Мистер Супбэнкер! Курва! Блин, просто похлопал это. Шедевр! Браво! Ой, регби-шайба, регби-пас! Вот где веселье, а не ваш пас в зоне. Закорченок показал, как делать регби-пас. 3-1 ни разу не бросили. Вообще сказка просто. Два человека сделали руку переворачивание. В одно касание будет! Блядь, лицо прикрой! Тёмочка! Это Корней, по-моему. Лучше, не-не, Вась, Тёма. Да иди на дальний! Могли. Ну, Жорж, вот так я ждал на дальний. Я вот на дальний тебя ждал. Я просто вышел, что на дальний копыч, у него мягкие ручки. А ручки-то вот они сломались просто в моменте. Первый раз я с этой штукой. Меня видно?
Ёпшина, настоящий жмал. 2-1 вот видео. А сейчас забили или не забили? Не было. Сейчас не было. Всё, блин. Одна атака осталась. А что, ну, мы им дали шанс просто. Подождите. Ну, в чем моя вина? Я не признаю свою вину, сейчас не признаю. Без бросков, реально. Три выхода, ни одного броска. Вот это варчик. Все вытащит. Ребят, счет 2-1. Все так же. Мы переходим на последнюю точку. 4-2 в зоне. По 2 атаки. 4-2. Как всегда. Ребят, ограниченное время также 40 секунд атак. 4-2. Какой за силу не будет? Давай! Нам жопа. Нет. Мы доигрались. Хорошо, копыч! Опасность! Уйдет! Да, да ты! Свена! Я 4-1 взрываю! Ищи обратно! Это же месиво! Выбрасывай! По нам? Две! Две! Булит! 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 Вова там в***л ему руки! Эй, Гриб, ты что делаешь? Дождался на пятаке. Черные в атаке. Надо отыгрывать. Опасно. Не, ну если они так будут держать шайбу, то, ну, в принципе, безопасно. Что, да, пусть катаются. Кайфуют, реально, Копыч мимо. Какая хорошая передачка. Не, ну, по факту. И вот она сейчас. Опасно, опасно. Тих. Бенз. 20 секунд! 20! Нормально. Не, они вообще нормально делают. Нормально. Ну, не то, что мы. Если... 5! 3! Время! Время! Да, зато весело. Мы проигрываем, кстати. Вообще, мы пофигу. Да ни хера себе. Нет, сейчас они не забьют, мы заберем слишком. Хорошо. ЖБ. Три секунды осталось. Вы хорошо перехватили. Ой, Дениски! Ты бурашка, блин. Как так вышло? Да, сейчас, да. Так, дай шайбы. Не должно. Не будет. Я верю в наш. Давай! Играй! Плюс! Держи! А у них, блядь, все провалы. Держи, переход. Это Люба говорит! Любаня! Ничего полезного не сделал! Да! Ребят, счет 2-2. И в этом выпуске не было чего? Верно, мы переходим на булиты. Каждый по одному булиту, и все, и победитель будет. Булиты до победного? Ну, короче, все понятно. Опять накрутили, натянули себя. Сделали свои челленджи. Я сейчас забью. Сейчас сорвется. Коридор смерти. Сейчас сорвется у человечка. Коридор безумия. Забьет. Хорошо, что он в вашей команде, блядь. Я прям кайфую. Копыч, еще... Я предлагаю назвать выпуск «Коридор безумия». Безумие! Ну, кто за кого, блядь? Я просто смотрел визуально. Хочу с ним. Да, хочу, да, блядь. Слушай его, блядь. Смотри, Патрики на минималках решил. Там фальцетом своим. Ничего, давай, забывай. Моя не забывай. Парни говорят, что выиграть, надо гол забить, блядь. Я думал, может, как по-другому. Зон валюте. Помни, как ты забил! Я все помню, я сама сейчас просто была кисточкой, как настоящий. Ло. Да. Блин, она тоже там зашла, блин, через термаслом обмазалась, блин. Когда будет бросать? Ёлки-моталки! Вообще, ну я лучший просто, я такой, ну я в таком порядке, не знаю, просто боги хоккея направляют меня вот, ну, к воротам и развивать головы. Надо выручать команду. А Хазик сейчас сильно лево сделает дела. Насколько то? Да я смеха больше. Хорошо, что он в вашей команде. Куда ты? Давай разминать вратарей. Вот она, вот. Горяченько.
Денис. Сам наказание — это хорошо. Так, оставьте. Сипы! А что на двух? Камочка, блядь! Очко будет! Ой-ой-ой! Я такой не исполню. Просто сделай! Забивать не буду, не умею. Понимаю, это я наша, у него психологический барьер отсутствует, он же из Латвии, он не понимает, что все. Психологический барьер отсутствует, блядь. Мастерство тоже, бля. Давай, давай. Ребят, наказание! Раз вам всем понравился коридор смерти, также бежим. Только один игрок просто бежит, а ему по жопе вход дают команда по очереди. Я вот так поехал. Я сейчас так ускорюсь, блядь. Руки не буду. Бля, больно как-то! Напишите, как вам коридор смерти в комментариях. Оставляем мы челлендж или нет. 55 тысяч подписчиков, и вы придете к нам на коридор смерти. Комментарий, лайк под этим видео. С вами был Фредди Браз. Всем пока.